Всем привет, дорогие друзья, с вами Нейз. Сегодня у нас действует особое событие в World of Warcraft, детская неделя. Смотрите, как много здесь детишек вокруг. Маленькие сироты. Значит, у нас возле приюта мы сейчас находимся. Это кто у нас? Так, Ксюшка, это питомец его, да? Сранец, хорошо. То мне показалось так. Значит, у нас здесь питомцы вон бегают всякие тоже. Вот у них и... Так, значит, у нас вот он приют находится. В каждой столице свой приют. У Аргримара здесь, у Штормграда где-то еще. Там как бы дети-сироты. То есть праздник подразумевает из себя какой? Детская неделя, вот, у нас, значит, покажите сиротке жизнь искателя приключений, загляни к попечительнице сирот Нейтглин в Штормграде, либо к попечительнице сирот Бейтлин в Аргримаре, вот, и так далее, в Шатрате или в Долоране, исполните мечты детишек. Вот у нас, значит, попечительница сирот Бейтлвилл, давайте с ней поговорим. Воспользуйтесь орочей детской свистулькой, присматривайте за сиротой в течение детской недели. Хорошо. Вот, так, значит, у нас имеется свистулечка, вот она. Вызов сироты. Опа. Так, вот он ты, да, маленький у нас, значит, появился. Орк-сирота. Зак-зак, меня зовут Грэн. Ты теперь мой опекун, да? Ты ищешь приключений, совсем как мои мамы с папой. Наша попечительница говорит, что они с честью погибнут в бою. Я так рад, что с тобой... А, познакомиться, хорошо. А мы теперь будем все делать вместе? Мне сколько всего хочется сделать. А попечительница говорила, что мне эту неделю будешь как старшая сестра. Это здорово, хорошо. Завершаем. Так... Так, погибший вождь Туренов, королева Банши, или прокатиться на ракете. Отправляйтесь на южную конечную станцию ракетной дороги в Асшаре и садитесь на двухместную транспортную ракету на вершине башни. Окей. Мы хотим. Так. А ты с нами это пойдешь, маленький, нет? Так, погибший вождь Туренов, это нужно отведите сироту Красной Скалы, это к костру, кровавого копыта. И королева Банша. Отведите своего повечного рту, королевский квартал под город к леди Сильвана Ветрокрыла. Обязательно произойдите своего повечного, если поверите, его не окажется рядом. Вот, то есть он может не оказаться рядом, поэтому свистулечку нам нужно будет еще раз использовать. Так, он за нами бегает. Блин, у меня нету. А как он полетит-то за нами, интересно, никак? Малыш, я тебя призову. Так, уперлись. Так, давайте. Полетим, значит, первая у нас ракетная дорога, получается, вот здесь где-то, если не ошибаюсь, да. Кстати, здесь прям был полет, можно было прям сюда и долететь, ну ладно. Мы сейчас так долетим с вами. Хорошо, когда мы умеем летать, видите, поэтому, опять же, повторюсь уже какой раз, блин, на расколотых островах уже многие люди летают, поэтому надо тоже приступать к этому изучению полетов. Но для этого нужно много всего выполнить прежде, добиться. Всякие репутации, исследования. Ну, исследования почти уже все открыты, кстати. Осталось, в принципе, не так много. Так, первый у нас получается в задачах что? Нужно вот сиротку, да, призвать и отпускать сироту. Вот мы сейчас его призовем как раз. Потом, значит, отведите его к Красной Скале. Это у нас где Таурены обитают, да? Хорошо. Так, давайте спрыгнем, что ли. Долетим, мы так с вами долетим. Так, надеюсь, вот туда наверх надо, да? Скорее всего, да, вот как раз это у нас двухместная ракета с вами. Призываем сироту. Вот он, наш маленький получается орк-сирота, зак-зак. Давайте садимся на ракету, опа. А, вот, я с ним сижу как раз, стойте. Будет весело. Стойте, а ракета я не управляю, она сама едет, да? Двухместная транспортная ракета, да, я лечу с ним. То есть у меня... Я видел, как на них ездит гоблин, они точно могут ехать быстрее. Интересно, что будет, если нажать эту кнопку? Нифига. Сирота, блин. Вот это больше похоже на правду. Сирота, блин, какая у нас. Маленький. Парнишка, блин, вообще гонит как. О, все, помедленнее. А сколько? Так, я понял, как она работает, я поведу. Ой. Держись за шлем. Сирота, ты чего? Я теряю управление. Эй, ты чего? Прикол. Нет, ракета не туда. Кричит наш сирота, блин. Кажется, я нашел кнопку экстренной посадки. Они ведь у ракет есть, правда? Опа. Получилось, вырулил. Сирота, блин, нахрен. Молодец, нахрен. Рулит, нахрен.
Молодец. Полетим дальше. Вот на эту кнопочку я еще не нажимал. Дай нажать. What? Мы прилетели, все? Ух ты! Кричит он, все, да? А, то есть мы слезли просто, катапультировались, понятненько. И дошли вот до этой зоны. Заодно можно и подлечиться, хорошо. Ну слушайте, весело так, однако, блин, было с сиротой у нас получилось. Давайте дальше сходим у нас, получается, куда? В подгород. В подгород я могу телепортироваться, у меня был портальчик. Отправимся в подгород, посмотрим, что у нас. Там, значит, королеву Банши его надо призвать, чтобы он посмотрел на нее или поздоровался, не знаю, посмотрим, давайте. Вот, на этом празднике, в принципе, рабочий праздник, вот я вижу в первый раз вот для себя, как это вы сейчас смотрите этот ролик. Вот, или если тоже первый раз видите, ну, скорее всего, нет. Может, я один такой. Потому что до этого я играл все время в основном на приватных серверах, я уже раз повторяюсь об этом. Сейчас играем мы официальный сервер, отныне я играю только на официальном сервере, как бы. Потому что, блин, мне теперь за уши обратно не оттащишь на приватные сервера, где, блин, всякие вот такие мероприятия, интересные праздники оказывались нерабочими. Поэтому, как бы, да. Сейчас вот мне это было впервые на ракете, я покатался с сиротой, прокатил его. Сейчас я ему покажу, значит, королеву Банши, Сильвану, да? Вот, давайте посмотрим. Так, а вот найти бы тут выход, блин, тут... Никогда, кстати, я особо не разбирался, блин, в этой подгороде, в его этих, как она, вот этих лабиринтах во всех. А, вроде, смотрите, правильно летим. Ох, да-да-да-да-да, повезло мне. А то бы сейчас искалось, пришлось мне долго. Так, вот сама и королева Банши у нас, да? Так, а сиротка. Ну, здравствуй, Сильвия. Ну, моделька Сильваны, кстати, да, посмотрите, обновленная совершенно. Как она была. Ну-ка, вызов сироты. Так, встреча с леди Сильваной Ветрокрылой. Ух ты, это ты королева Банши, я думал, ты выше. Мой друг из приюта сказали, что отрекшиеся для тебя всегда были ближе Орды. Это твое предательство неизбежно, это правда? Ты забываешься, дитя, ты знаешь, кто это? Я не нуждаюсь в защите, посол. Быть вождем нелегкая ноша, мой юный друг. Но именно меня выбрали, чтобы нести это бремя. Теперь я сражаюсь за Орду. Нет, хвала предкам. Я бы не хотел, чтобы мы были врагами леди Сильвана. Не беспокойся, дитя мое, я твой вождь, говорит Сильвана. Хорошо. Завершаем, значит, давайте так. Королева Банши. И прокатиться на ракете тоже можем завершить. Привели сироту, значит. Две их получается? А, это второй, потому что... Мы отрекшиеся! Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Верно, верно, все. Так, теперь давайте тогда уж пойдем в последнее у нас место. Значит, у нас получается... Нет. В Громовый утес, где-то там. Где-то это там находится. Вот, и оттуда уже выполним последнее мероприятие с малышом-сиротой. Вот, посмотрим, что нам это покажет. Интересно, сколько всего заданий? Только три, может, потом сейчас еще откроются дополнительные. В принципе, если вся детская неделя... Могли бы еще что-нибудь такое придумать, чтобы показать ему. Так, мы оказались вот здесь, да? Так, хорошо, давайте. А сирота с нами, смотрите, да? То есть, если мы побежим, сирота... Обалдеть, он бегает, блин. Бедолага, блин. Вот мне жалко, нету двухместного транспорта. Я бы посадил бы его реально туда. Чтобы он со мной как покатался, как бы. Так, а теперь нужно найти мне последнюю, значит, вот погибший вождь Туренов. Кстати, вот она сразу появилась у меня, да. По карте, хорошо. Лететь оказалось не очень долго, как, в принципе, да, я и ожидал. Кажется, я был уже в том месте. Это там такой монумент вроде, да? Красные скалы там, да. Монумент какой-то такой там, да. Давайте посмотрим, ладно. Да, кажется, вот... Вот этот, мне кажется. Красные скалы. Или стоп, а нет, ниже, да? Да-да-да, ниже, вот-вот.
Это в другой локации соседней есть, а это здесь, да, вот вождь. Да. Давайте, ладно, сироту призываем. Так вот, как воздают почесть вождю. Да. Старейшины Громового Утеса я созвал пред лицом предков, чтобы почтить память моего отца Керна Кровавое Копыто. Отец, ты мудро правил, умело дрался и всегда желал своему народу только добра. Хамул, рунический тотем, говорит: когда на моих друидов напали орки-предатели, ты, вождь, назвал Гороша на бой, чтобы он ответил за их смерть. То есть его подожгли. Ты храбро сражался, вождь, но предатели из пламени зловещего тотема отравили оружие Гороша и лишили тебя права на честный поединок. Да покоится твой дух, Магат и ее род были изгнаны из города, а твой достойный сын принял твою ношу. Пусть твой дух продолжит вести нас после смерти, как ты вел нас при жизни. Смотрите, дух его. Мы знаем тебя, Керн Кровавое Копыто. Твой народ многое рассказал нам о твоих деяниях. Предки рады тебе. Ух ты. А, это он к духам отправился остальным. Ничего себе. Нифига себе, вот это, блин, прикольно. Пошли, да, отправились. А, это... Ого. Ничего себе, ну ладно. Ну что, малыш? Когда-нибудь я стану великим воином, как Керн или вождь, и все будут помнить о том, что я сделал, а потомки будут мною гордиться, говорит маленький орк-сирота. Так, давай запустим змея. Ух ты, вот и новые появились, смотрите. Купите упаковку с змеями воздушными и детям мороженое. Купите мороженое в конусе холода и угостите им своего подопечного. Так, это опять нам надо в Варгримар, да, возвращаться? Хорошо, давайте вернемся в Варгримар. Хорошо, когда у меня есть порталы. Можно с легкостью и быстро перемещаться куда-нибудь. Так, давайте запустим змея воздушного. Я вроде видел, как возле приюта бегали маленькие вот эти орки с этими, получается. С воздушными змеями. Только он продается ли здесь где-нибудь, либо это надо в Пандарию за ним лететь. Вот в чем вопрос. И конус холода, это, блин, я не помню, что за конус холода, если честно. Конус холода, да-да-да-да-да-да-да. А, вот, вот тут. Если сломаешь, игрушки, сувениры, смотрите. Как там? Запустите воздушных змеев. Вместе со своим подопечным. А какого именно можно взять? Любого или вот зеленый? А, воздушный шар. Упаковку с двумя воздушными змеями. Во. Запустить вместе с сиротой как раз правильно все. Так, и здесь же, скорее всего, где-то рядом должна продаваться это у нас все. Это. Мне же семью кормить надо. Должна продаваться другая у нас. Конус холода это, да, или нет? Конус холода вот на конце. Отведите своего подопечного в магазин мороженого. Хорошо, отведем. Так, мы сейчас давайте пока выпустим здесь змейку воздушную. Так, призовем своего сироту. Вот. Так, у нас получается вот здесь змей воздушный. Так, и давай запустим. Ох ты. Вау. Смотрите, у нас змеи за нами вон, летают воздушные. Блин. Прикольно сделано. То есть и сирота вот сам бегает, веселится со змеем, смотрите. Веселый же, жизнерадостный ребенок, да? Было здорово, можно мне оставить тебе змея, пожалуйста? Конечно, оставляй. Или еще хочешь? А можно еще купить? А можно еще купить, смотрите, у нас еще два заряда, давай еще раз ему. Оп, еще бегай, веселись, давай. Да он за нами, да, он дракончик летит. Прикольно, прикольно. А я тоже в основе, как бы, раньше и не особо не видел, как вот эти вот воздушные змеи, как бы, работают, потому что мало они где работали из приватных серверов. А здесь, как бы, вот, ниточка идет от персонажа самого, соответственно, и вот идет. Ну что, малыш, так, еще мороженое, да, хочешь ты? Так, давай завершаем с тобой это задание и, получается, отправимся на мороженое. Так, а мороженое у нас где? Вот тут находится, в конце, да? Ну давай, долечу я туда сейчас и посмотрим. Так, конус холода, это не в Варгримаре случайно, таверна, там же вроде что-то продавалось, или не она, не помню точно.
А, где-то... А, икону с холода, может это... Это что ли, гоблинский квартальчик небольшой? Ну да, вроде как. Магазин мороженое. Гоблинские трущобы. Так. Конус холода. А, вот он, смотрите. Это прям какой-то действительно магазин какой-то такой маленький. Мороженое. Кексики, смотрите, какие там появились. Так. Мы хотим мороженое. Так, а, маленький, какое ты мороженое ты хочешь? Так, отведите своего этого, да? Так, ну это понятно. А вот мороженое какое? Сумочки закроем пока. Так, конус, может конус холода купить? Мороженое прям такое? Давай купим два и торта мороженого купим еще вот так, например. Тебе правильно, спасибо. Правильно? Так, а как тебе мороженое-то передать? Вот так на тебя нажать? Отведи своего этого. Ух ты, я не знал, что маги умеют делать мороженое. Вкуснятина. А, правильно, желтый. Когда я вырасту, я хочу тоже научиться делать что-то из самых странных штук. А если насадить мыло на топор? Тогда оно вроде как будет на палочке. Съешь мыло, получишь новый топор. Шутник, орк-сирота, шутник. Давайте еще раз конус холода возьмем. Можем еще угостить, например, его. Ну-ка. А, ну то есть как-то он тоже... А, вот он берет мороженое, смотрите, в ручку, и тоже ест его, да. Все, то есть конус холода только это и работает на нем, правильно, угасить его конус холода. Так, завершаем. Ух ты, ничего себе. Так, опекун Орды, ты была очень добра ко мне, Невис. Я представить не мог, что детская неделя пройдет так весело, спасибо. Вот бы всем детям в приюте... повезло, как и мне. Мы сделали столько всего интересного. Как ты думаешь, сможем мы еще раз найти Буха за Бабахиса и купить у него стойку с пластиковыми мечами? Думаю, он и так ходит со своей тележкой по главной дороге Волока. Тогда и остальные ребята в приюте тоже смогут повеселиться. А после этого я вернусь домой. Так, цель задания у нас купить стойку с пластиковыми мечами и у Бухса за Бабахиса и затем отвезти своего подопечного сироту обратно в приют Агримары и вернуть детскую свистульку попечитель сирот Балор. Нам. Окей. В это вернем. Так, сначала тогда идем опять к этому Бабахису. Купим у него. Ну-ка, если мы вот так... А этот маленький не бежит за нами? Нет, наверное. Ну, ладно. Потом прибежит. Ну, так у нас детская неделя проходит обильно. Вот. Там вроде награды. Сейчас посмотрим, какие можно было выбрать. Там вроде было что-то хорошенькое. Так. Починиться можно? Нет, починиться нам не надо, чиниться. Бухис за Бабахис у нас где-то он с тележкой со своей ходит. Ух ты, смотрите, сироты идут. А, смотрите, сироты выстраиваются сюда. Они взяли мечи Бухиса за Бабахиса, да? Смотрите на меня, я верховный правитель Саурфанг, кричит маленький сирота. Смотрите, они бегают все с мечами. Так, а где же находится-то этот Бабахис? Зубабахис, Бабахис. Так. За Бабахис нужен. Так, мечей уже нет у нас. Вон, вижу за Бабахиса. За Бабахис, за Бамба. Так, давайте призовем своего мелкого еще раз. Вот, призвали. Стой. Свободная касса. Стойка с пластиковыми мечами. Все, цель достигнута, мы купили. А тут больше ничего не надо покупать. Ну, вроде нет, пойдем. Товары в кредит не интересуют. Пойдем, маленький. Мы купили, все. Так, и сейчас мы... можно сдать, да? Говори. Стойка с пластиковыми мечами, продолжить. Так, она мы размещаем. Надо разместить, наверное, нет? Так, у нас ее в сумке нет, значит, она ее должна разместить сама. Так, и получается, выбери награду. Ошейник поросенка учит призывать этого спутника. Крысиная клетка учит призывать этого спутника. Крыску, значит, раковину улитки учит призывать этого спутника. Черепаха. Набор ухода за питомцем и откупные для скряги. Сумка с 5 золотыми монетами для тех, кто любит рассказывать детям, что дедушки зиму не существует. Нет, я лучше, конечно, выберу какой-нибудь... Не набор за ухода за питомцем, какого-нибудь питомца новенького хочется мне. Так. Либо поросеночка, либо черепашку. Я хочу черепашку, мне черепашка нравится больше. Береги себя. Какая лапочка? Дети, у Невиса есть и для вас сюрприз. Идите сюда и посмотрите, что для вас приготовили. А, детей позвали, типа, это. У меня и Невис, типа, есть для вас сюрприз, да? О, все, они все побежали, как бы радостные. С мечами. Нифига себе, тут, блин, это девчонка, что ли? Я великий твой Саурфанг. Смотрите, блин, ничего себе. Обалдеть нафиг. Летаю, блин, с мечами.
Понятно. Ну-ка, давайте сейчас изучим черепашку. Море друзей. У нас сразу еще достижение появилось. Так, последние достижения какие у нас? Ну-ка. Какая лапочка? Получите одного из спутников награду за выполнение заданий детской недели. Ощущение, пока с вами находится сирота. Используйте камень возвращения, пока с вами находится сирота. Дурной пример. Побалуй себя перечисленными ниже сладостями, пока за вами наблюдает сирота. То есть надо кушать мороженое, пока на меня сирота смотрит, заблизываю свои губы, что ли? И тоже хочет, что ли, мороженое? Мы будем... Так, непонятно немножко. Возьмите сиротку на поле боя и совершите подвиги, указанные ниже. Так, это хорошо. Можем, кстати, попробовать выполнить, но это уже тогда... Ребят, в следующей серии хотелось бы мне отправиться на поле боя, и уже тогда возьмем сиротку с собой, да? Заслуженная няня, соберите яйцо Эгберга, То есть это еще и такая есть штучка, да, понятненько. Так, и море друзей у меня получается, соберите 25 различных питомцев. Мы собрали 25 различных питомцев, да? Хорошо, так, а где они у нас находятся? Так, это у нас прошлый, значит, предмет, который мы получали, игрушки, атлас питомцев. Так, кстати, вот весенний кролик у меня был, это у меня с последний раз в Пасхе был весенний кролик. Кстати, у меня один раз я покупал, второй раз мне выпал сам почему-то. Зайчик Сада Чудес, кстати, новенький я купил. Довольно-таки симпатичный такой зайчик вообще. Ну, такой, как тот, который мы бегали сами во время празднования праздника. Так, ищу я теперь черепашку, да? Вот она, Тарапыга, вот какая маленькая у нас черепашка, мы можем призвать его. Вот она у нас такая черепашка. Да, хорошая черепашка у нас теперь есть. Будет участвовать в битых питомцах, может быть, хотя у нее обычное всего лишь это как на качество. Поэтому что-нибудь нам посильнее бы, конечно, но для коллекции сгодится в самое то. Ну ладно, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Сегодня у нас была насыщенная серия. Мы с сиротой, значит, погуляли, выполнили всякие задания, повеселились с ним, вот. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, ребята. Чем нас будет больше, тем быстрее начну я делать стримы, потому что мне хочется делать стримы для большого количества людей, чтобы уже делали мы стримы и как бы в режиме онлайн с вами могли бы выполнять какие-либо задания или делать то, что определенное, то, что по вашему желанию, то, что вот вы хотите, например, написали бы, пойдемте туда и там сделаем то и все. Вот, поэтому, ребята, как бы жду вас всех, только вас жду всех, вот, поэтому приходите, вот, буду всем рад, поэтому спасибо, ребят, еще раз вам за просмотр, играть только хорошие игры, вот, увидимся в следующем видео.